Антон сказал, что готовим на заказ уже. Антоша вчера сам приготовил чизкейк. Пожалуйста, сейчас мы будем пробовать. Сделал завтрак. Извините, там пылесос работает. Ой, ну я сказала, что английский чизкейк. Это классический рецепт. Да? Мне тут на тестинг приехал вот такой вот набор. И я такая смотрю, думаю, боже мой, очень похож на эти кандалаки. И тут я вспоминаю, что недавно выпустилась свой бренд косметики. И все пазлы сложу. Все сейчас делают какие-то бьюти-процедуры. Вон даже зефир. А я что-то сижу без дела, так что буду приступать. У меня здесь такой набор из крема пилинга и релаксирующего мусса. Нужно нанести сразу это. Поехали. Наносить крем пилинг на очищенную шкиру и вытравить развивающие типы шкиры 5-10 холод. Такая-то у нее консистенция. Написано, что может немножечко подпекать, типа так и должно быть, чтобы мы не переживали. В составе 3% гликолевой и 1% салициловой кислоты обеспечивает эксфолиацию, это раскрытие пор, роговых чешуек на уровне 4-5 слоев. Ого, нехило. Так, я подержала 8 минут, сейчас буду смывать. Step 2. Релаксуйте гель мусс с экстрактом водорослей. Так, наносите гель мусс на ретельную очищенную шкиру дыши, заложите гель мусс на 10 холод. Поехали. Нежно-нежно-голубой цвет, вам видно или нет? Как сама баночка. Оставляем на 10 минут. Запах у неё папкиного крема для бритья. Мне кажется, потому что как раз в составе водорости. Масочка, я люблю, конечно. Такая консистенция, даже на кремчик просто похожа. Там написано, что если носить тонким шаром, то вы можете ее даже не смывать. Я люблю смывать. Как там показывают? 10 минут прошло, я смываю маску. Ну что, самое время подбить итоги. Скажу, что вот этот вот уход, два средства в комплексе, маска и пилинг, они позиционируют себя, по сути, как профессиональные для ухода дома, когда вы не можете пойти к косметологу. Вот, по сути, сейчас это самое идеальное. Честно скажу, я ничего не ожидала от них, потому что Тина Канделаки, косметика, и сейчас каждая звезда пытается сделать... Правда, вообще правда, свой какой-то косметический бренд. Но на самом деле, после того, как я смыла маску, у меня появилось желание нанести ее просто как крем, потому что кожа действительно офигенная. Мне просто хотелось, чтобы вы потрогали сейчас мои щечки, они такие приятные. На вот этот вот набор сейчас скидка минус 20%. Кто хочет попробовать дома, я уверена, что вам тоже понравится, тем более, что это эффект только после первого применения, а его нужно делать раз в неделю на протяжении месяца или трех, тогда будет вообще вау-эффект. Нормально. Пришел, лег просто как человек. Голова на подушку и телом на остальную кровать. Зефир, знаешь что? Ни одному тебе скучно. Нам тоже нечего делать. Но мы ж не вывалимся вот так, как ты. Не просим внимания, а? Бессовестный. Дела все так, что мне сейчас нужно ехать в аптеку на другой конец города, на левый берег, купить маме лекарства. Я очень хотела сделать это через интернет, просто его заказать, но разница просто колоссальная. И только в этой аптеке оно стоит 3800, кажется, а всех остальных 4500. Надеюсь, что вы меня поймете, что я должна съездить туда. Но мне, честно говоря, так стрёмно. Не знаю, почему. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то уже реальные основания, чтобы мы просили у арендодателей скидку? Да, не существует. Да я слышала вчера, нет, я, кажется, читала где-то. Вот явно человек не хочет скидку. А я хочу. Конечно. Если есть какая-то инфа, напишите мне, пожалуйста. Mission complete. Просто идеально. Я вышла с такси, зашла в аптеку. Он меня ждет. Сейчас возвращаюсь. Возвращаюсь, сажусь домой. Очень интересно, что открыт магазин мотовелоспорта. Очень надо сейчас всем.